Всем привет, ребят. Не думал записывать видос там про битву гильдий, но все-таки запишу. Сейчас пройдем битву гильдии на руно-основе. Открылся смотритель опять. Ну, на каждом сервере он рандомный. Здесь вот такой вот составчик. То есть берем зеленую фракцию и проходим. По-моему, если я не ошибаюсь, тут тащит СО с замедлением. Вроде как-то так. Так. С этим мы разобрались, потом, возможно, запишу отдельно или давайте сейчас пройдем. Только я вам кое-что покажу. Магазин скидок открылся, и вот такая вот темка на китайке. Возможность получить без доната 9 эмблемки на улучшение таланта. Ну, я не знаю, как по мне, это вообще кайф. На китайке, конечно, не факт, что оно будет на русском, на английском, там свои трешечки на русском. К сожалению, мы этого, наверное, долго не дождемся. Но хотелось бы этого дождаться, потому что, блин, ну это кайф. Без доната китайка реально тащит 5 эмблемок. 2, допустим, 2 коробки можете купить. Но у меня минус 20% скидка только. КГшки. То есть все сделано как для людей. Пятые, посмотрите, роза, ну там такое все. Восьмые, ребят, 3 штуки восьмых, офигеть. По 2000 камней, ну в общем, супер. Как по мне, это реально очень круто. Так, окей. С этим мы разобрались, поехали. Смотрителя. Блин, это долго собирать, надо розу выбить. Не буду я заморачиваться, поехали на битву гильдии и потом... Посмотрим, сейчас посмотрим, что там у нас по битве гильдии на ру. Так. Что у нас тут делается на БГ? Проходит. О, как понятно, проходит. Надо улучшать аккаунт. Так, ну что, у нас будет второе место, что ли? У нас еще дофигища не прошло. Надо будет и с арталькой пройти. Так, поехали посмотрим противников. 370, 348, 330, 400. Понятно. Угу. Вот так вот. Вот такие вот противники у нас. Ну, поехали. Поехали, сольемся. Я надеюсь, конечно, мы не сольемся. Хотя все может быть. Кто его знает? Минус Лазуля. Смотрите, как герои сливаются жестко. Так, минус 0. Осталась одна Фрея. Можно, в принципе, и Розу выпустить. Можно было именно Тавром его пройти. То есть это тоже не проблема. Мне, честно говоря, лень менять героев что-то. Обезьянник. Да, конечно, китайка этим реально радует, то, что есть возможность. Без донату, если повезет, как мне, забрать хотя бы пятерку. Реально на китайке акции радуют. Так, одного прошли. Поехали следующего. 348, 360. Бездонатные, судя по всему, гильдии. Опять же, есть Фрея. Это хорошо. Это очень хорошо, что есть Фрея. Он мне намного облегчает прохождение. Вот почему. Зависают герои на фрайке, потом выпускаете всех остальных. И все. Тут можно и Минотавром пройти, то есть это раста как бы не очень сложная. Для бездоната, конечно, сложно будет. Я с Арделей их не смогу пройти, буду опять искать угловые расстановочки. Так, 37, 48, 370. Что-то без огняков все сегодня.
Жалко. Жалко. Вот так вот, кстати, можно очень-очень хорошо слиться. Никогда так не делайте. Потому что может стоять тотем. Такие герои, как у меня, могут просто разрушить 50% запросто. И тогда все. Фига себе. 34 юнита потеряли. Жесть. Так, 348. Может, тут огник есть? О, тут есть огник. А Фрейя есть? И Фрейя есть, отлично. Так, ну ты немножко не туда забежал. Да, мне надо было. Надо будет с другой стороны сейчас подтянуть. Чем хорошо, когда Фрейя есть, мы ее сразу задеваем зеленым героем, как видите. Все отличненько. Фрейя есть, Анубиса кидаем. Кидаем седнушку. Сливаемся. Возможно, придется Ронина брать. 24%, да. Будем юзать, значит, Ронина. Так, 337, по-моему, этого тоже надо бить. Сейчас гляну, чтобы максимум уже вытащить. 200-ка. Нет, 340. 342. Давайте этого сначала убьем. Так. Ну, тут не 12-е скиллы. Думаю, можно тоже точно так же делать. Хотя это очень опасно. Есть Фрейя, которая может пошатать всех. Еще и тотем. Так, отлично. Отличненько. Так, остался у нас один. Хулига. Хулига. Хулига, хулига. У меня герои, конечно, собраны не под атаку. Так, что-то вы далеко зашли, друзья. Ну, видите, не пробивают. Фрейя не дает. Хорошо. Значит, делаем. Делаем, делаем, делаем. Герой. И, в принципе, Анубис здесь сейчас не нужен. Ищем Роньку. Можно было бы, в принципе, и Минотавром бахнуть. Но неохота. Так, где Ронины все? 6. Попробуй найди, блин, Ронина. У меня все рунины бракованные. Ладно. Ладно. Так, раз. Так, что мы тут поставим ему? Поставим. Живу. Даже пятую. В принципе, этого должно хватить. Плюс на огник оцепляем цепа. Окей, поехали. Да, я в рейд побежал. Хоть на ком-то зацепились. Было, в принципе, еще и на этого поставить. Так, 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 ты не туда побежал. Вот, все правильно. Вот, смотрите. Вот почему кайфово вытаскивать.
41%. А сейчас, наверное, его сольют. Нормально. Еще держится. Так, а у меня тут он с водушкой. Так не получится, ладно. Да-да-да-да-да-да-да-да. Ничего себе, он еще держится, офигеть. Все. Прошли мы битву гильдии. 5600. Вот так вот. Вот так вот. В принципе, неплохо. Не догоняем. Конечно, мы их. У них соточка. У них, наверное, уже все прошли. Нет, еще не все. А у них еще запас есть. Посмотрим. Сибирские что-то вообще. Да, у нас тоже нормально народа еще не прошли. В процессе. Так, окей. Хотя по силе мы сильней. Поехали. На китайку обратно. Попробуем. Побить там первых два. На третьего я уже буду собирать. Пачку. Посерьезней потом. Так, создать команду. Ну вот зеленые у нас. Пробуем. Так, лазулю. Малышник. Не знаю, смысла не вижу в этом. Седну. Вот даже такой вот состав. Я командор не будем. Трифида. Ну давайте ради интереса такой состав. Нету половины с тех, кто там нужен был, видите, его ничего не останавливает. Ну тут лучше всего СО. То есть он будет долбить ваших героев, это просто первого левела. Там и второго будет легко пройти, в принципе. А может и нелегко. Может, он нас ушатает сейчас. Хотя, в принципе, не должен, по идее. А вот третьего будет уже сложно бить. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, лайки, репостики. Качайте, выбирайте сервер, где играть. Всем удачи, всем пока.